Доброе утро, Басенька. Не всегда он бывает в духе, чтобы его погладить. Ну, хоть полюбоваться собачкой. Ну, собачка. Да, ну ладно, Бась, а что ты меня куснуть хотел? Я испугалась, Бась. Ну все, 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 не трогаю. Все, не трясись. Ой, вчера с Колей купили бумагу, ходили в туалетную. Папия. Папа купил папию. Жопа. Жопа вредная. Ну вот вредная. Чего ты какой вредный? Жопик. Не выспался, маленький. Все, не трогаю. Всем доброе утро, девочки. Мальчики, кто меня смотрит, новенькие, всем привет. Приглашаю вас на свой канал. Если понравится, оставайтесь. А начинается утро. Ищу кофе. А вот он. Турецкий кофе пью. Не спала вчера долго, девчонки. Под впечатлением. Но секрет сказали не выдавать. А еще вчера у меня такая новость была. Сын позвонил, говорит: мам, новость такая и хорошая, и плохая. Я говорю: все, я все поняла. Я поняла, что ты продаешь свою первую квартиру. Да, залог отдали. Ай, о чем это говорит? О чем это говорит? Что нам надо искать жилье. Мы едем в Москву, и я у них оставаться не хочу в двухкомнатной квартире. Они работают дома. Катя не всегда ездит в офис, а Максим сейчас постоянно дома, потому что аллергия, он договорился и будет дома работать. И жить у них там попугаи, 4 попугая в зале. В зал у них как кабинет большой, огромный, 2 стола, попугаи там, и шкафы, в общем, и диван. Будете спать на диване? Я говорю: нет, нет, будем искать жилье. Сначала расстроилась и думаю: ну вот тебе лишние деньги и все. А с другой стороны, я люблю свободу. И к тому же смотрю люберцы. Так, девчонки, молоко сейчас возьму. Смотрю люберцы. Почему? Некрасовке сын живет. Но возле метро дороже. Во-первых. Во-вторых, это праздники. Майские праздники. Я не учла. Ох, как я не учла. Взяла билеты на майские праздники. И, в общем-то... Ну, я думала, дочка будет дома и все. А ей, оказывается, можно было и месяц, как на практике быть, май. Ну, вот теперь она договаривается на работу. Она, значит, печенье там с девчонками, печенье упаковывали. В частной какой-то там компании печеньки упаковывали. Девчонки, взглянь. Так что, может быть, оно и к лучшему, что она работать будет. Что ж поесть-то? Вот что поесть? У всех такая проблема, да? Хлеб. Давно не ела хлеб. Сделать 2 бутерброда, что ли? Достаю агрегат. Агрегат достаю. Все время убираю, потому что я не люблю, когда у меня все стоит. Я за минимализм. Вот что-то нужное и все. Остальное я все убираю. У моих вообще детей в Москве вообще ничего нет. Все в шкафах. Значит, кофе тоже в шкафу. А что у них? Ну, в общем, все убрано. Все. Вот открываешь шкафчик, там все есть. А здесь ничего. Кран. Все. И, по-моему, чайник. Вот так. Ну, они мало готовят.
Поэтому, так, ну что, 2 кусочка хлеба. Вчера посмотрела на свои видео, такой у меня подбородок. Ну, мы фиг с ним. Кому не нравится, пусть не смотрит. Так, что ж такое-то съесть-то? Постепенно. Ну вот. Упала. Упала. Сырник упал. Вася, ты такой не будешь. И я такой не буду. Не хочу. Сырник очень он какой-то сладкий. Там вот это в нем как повидло. Сейчас я вытру здесь это. Владимир. Вот, что еще? Сейчас тосты. На них масло. Сырок. И колбаса. Все, вот что-то так хочу сегодня. Есть каша, дружба. Надоел мне эта дружба. Все, я с ней не дружу. Так. Вася, ты вредничал. Сидит. Он вредный. Это скажи, я вредный был, потому что ты мне ничего вкусненького не давала. А вот сейчас дашь, и я буду добреть. Да, Басюль? И сразу добреть начну, как Печкин, да? Идем-ка на зарядку. Становись. На зарядку становись. Ну, просыпайтесь, ребяточки. Ко мне. Ко мне. А, Бася, ко мне. Бася, ко мне. Вот пенек. Ты что, все спишь еще? Садись. Лапу давай. Да. Кто просил кувыркаться? Лапу. Лапу дай. Садись. Лапу дай. Я просил кувыркаться. Нос. Голос. Ну, испугался. Там у меня выпрыгнули тосты. Эти глазки какие смотрят. Ну, ты мой сладенький. Да хоть я тебя поглажу, пока ты добрый. Злюка. Злюка, козлюка мой. Злюка, козлюка. Давай, коркайся. Давай, 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 давай. Падай, 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 мой сладкий. Ладненько, да, на, мой сладенький. На ходу решил съесть, ты же обычно уходишь. Попа, может, еще коготь дашь? Маловато будет, маловато будет? Все, все, недовольный, все. Вася, там уже больше ничего не прыгает. Так, у меня уже они выпрыгнули, Басюльчик. Ой, какие румяные. Ой. Так, все. Достаем тостики. Тепленькие. Сейчас с маслицем. И сырочком. И колбаской. Короче, как получается. Сын продает квартиру. Он говорил раньше. Мам, я квартиру продам. Я вам пару миллионов дам. Чтобы, вот там не хватает пару миллионов на, чтобы купить в Люберцах квартиру. Потому что мы свою за 6,5, плюс 2, 8,5 можно найти. 8,5 можно найти в Люберцах двушку. Я искала и за 9,300, и за 8, там 700 были. Но так получилось, в однушку мы не захотели. И мы, короче, говорю, двушка. И денег не хватает, все, продажу мы приостановили. Решили здесь пока пожить, а там видно будет. Максим говорит, я квартиру пока продаду, все, продам. В общем, вот сейчас он продает, а я никуда не хочу. Я пока живу здесь, работаю. Может быть, на следующий год мы с Аленкой поедем на заработки. Да, может быть, но не в этот год. В общем, я хочу пожить в этих Люберцах и посмотреть. Мама, а что ты москвичка, все равно покупайте в Люберцах. Что тебе не Красовка? Ну, в общем, так-то, да. В общем. Слово привязалось. Поедем, сниму квартиру в Люберцах, поживем и посмотрим, что за район такой. Как там жить, чего. Ну, мы там были много раз.
Торговый центр, рынок есть, все есть. Всякие кафешки. И есть работа. Кстати, вот работу парикмахера или ногтевика я найду очень быстро. Прям есть объявление. Требуется. Требуется мастер маникюра. Требуется парикмахер. Даже в Некрасовке. Около метро. У меня так много телеграм-каналов, в которых я смотрю объявления, смотрю какие-то новости московские, всякие-всякие разные. Вот, и там есть объявление, прям специальный такой канал, где найти работу. В Некрасовке, в Москве. Ой, девчонки, что только там не предлагают. Няня. Ну, это я так, в общем, говорю. Няня. Для детей, например, там платят много очень. Надо выезжать за границу, постоянно быть с ними. Постоянное проживание. Я не знаю, вообще есть такие няни. Круглосуточные, плюс с выездом за границу. И платят очень большие деньги. Если ты живешь постоянно у людей, у чужих людей, зачем тебе вообще деньги тогда, да? Ну, работы очень много разной. Есть такая работа, связанная... Например, с музейной деятельностью, с вот, экскурсиями. Ну, много всего есть по Москве, много работы. В Москве очень много работы. Но вот такие у нас дела. Так, а я завтракаю. На 10 часов у меня девочка приедет с центрального района, в наш район. Вот, мама уже опять вот. Что за слово такое? Слово паразит. Ко мне слово паразит пристал. Мама уже была, теперь дочку записала. Вот такое вот утро. Не выспалась, думала, вообще смотрела на Авито квартиры, студии смотрела. Уже хотела забронировать, а дочка уснула. В общем, сегодня будем все это решать, бронировать заранее, потому что осталось уже вот. Чуть-чуть. Да, Басю? Но сын зовет к себе. Не-не-не. Нет. Нет. А ты опять? Второй хоть забудь. Так, ты опять? Ты опять собака. Ты опять? Вот собака. Вот собака. Вот... Ой, аж подавился. Ты что творишь-то? Заходим с тылу. С тылу заходим. Бась, зачем ты так делаешь? Басюлька, а да, это... Угу. С меня он тапок. Меняю тапок на вкусняшку. Зелюка какой с утра. Бась, я с тобой не дружу, все. Все, ухожу на работу.